Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Соломон ван Рейсдал «Вид озера с парусными судами». Около 1651 года, дерево масла 36х31. Излюбленным мотивом Соломона ван Рейсдала были морские виды, что сделало его одним из ведущих мастеров голландской марины особенного жанра, получившего распространение в стране вся жизнь, которая была связана с морем. Художник передал ощущение свежего, напоенного влагой воздуха, имеющего к тому же еще и цвет. Эту особенность голландского климата, прежде всего в прибрежных районах, мастер выразил замечательно. В своих морских видах ван Рейсдал приблизился к тональной живописи, когда колорит состоит из тончайших оттенков нескольких цветов. Союз двух стихий – воды и воздуха – символизирует также суда, к смысловому ряду которых можно отнести и цвет земли. Вертикали, образованные мачтами и парусами, уравновешивают горизонталь водного пространства, подчеркивая гармонию пейзажа. Ну, вот такое описание картины «Вид озера с парусными судами» Соломона ван Рейсдала я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего.